Для поступления достаточно сдать всего один экзамен. Все университеты имеют аккредитацию. Хорошо, проблем не возникнет. Да, проблем не будет. А теперь несколько слов о стоимости жизни на Северном Кипре для иностранных студентов. Здравствуйте, вы на канале «Живой Кипр Суркон Эстейт» и я его ведущая Фариза. Чем привлекают университеты Северного Кипра иностранцев? Университеты Северного Кипра предлагают отличные условия для студентов, а цены вас приятно удивят. Для поступления достаточно сдать всего один экзамен, либо приложить результаты тестирования по IELTS или TOEFL. Существуют программы грантов, по которым можно получить скидку 50% и даже 100%. Сегодня у нас будет интервью с мисс Эзра Арканой. Она знает все об университетах Северного Кипра. Я слышала, что если человек не хочет терять время, например, которое он провел в подготовительной школе, он может сдавать зачеты, дополнительные зачеты летом. Правда ли это? Да, именно так и есть. Так оно и есть. Они могут взять часть своих зачетов в течение летнего периода и компенсировать время, потерянное ими во время учебы в подготовительной школе. Таким образом, у студентов также есть шанс подать заявку на получение 100% гранта. Правда? Да, университет предоставляет студентам 100% гранты, основанные на знаниях и заслугах. Кроме того, другие университеты, которые мы представляем на Северном Кипре, также имеют 50% и 100% гранты, у некоторых 75%, у некоторых 80%. Наверное, вы уже слышали, что на Северном Кипре система образования британская. Преподавание ведется на английском языке, используется модульная система обучения, активно работают программы обмена со многими европейскими и турецкими университетами. Могут ли студенты перевестись из этого университета, например, в другой университет в другой стране? Да, конечно, если они захотят это сделать, они могут перевестись, это их собственный выбор. Например, если бы они проучились здесь 2 года и захотели переехать в другую страну, они могли бы перевестись. Все университеты имеют аккредитацию. Хорошо, так что никаких проблем не возникнет? Да, проблем не будет. Хорошо, а как насчет студентов, получающих медицинскую страховку? Что касается медицинской страховки, то университеты помогают в этом студентам. Имея лишь небольшую сумму, которую они добавляют к своей плате за обучение, они автоматически получают медицинскую страховку, которая покрывает основные медицинские расходы. Но, конечно же, в государственной больнице. А как насчет частных больниц? Если ты здешняя студентка и у тебя есть студенческий билет, некоторые частные больницы предоставляют студентам такую возможность примерно с 15% скидкой. Хорошо, это здорово. Здравствуйте, меня зовут Александр Сурков, я основатель компании Surcon Estate. О сложностях при переезде на новое место знаю не понаслышке, потому что сам переезжал и непосредственно работаю с клиентами. И знаю о их проблемах и болях. Именно поэтому мы с командой создали очень полезный продукт. Знакомьтесь, наш Telegram-бот. Ваш персональный помощник в адаптации на Кипре. Это интуитивный справочник. Вся полезная информация, которая пригодится вам, находясь на острове, чтобы сделать вашу жизнь здесь более комфортной и качественной. Все полезные места. Магазины, рынки, рестораны, кафе, бары, аренда автомобилей, продажа автомобилей, аренда недвижимости, продажа недвижимости. Все это уже проверено нашими клиентами и нашими сотрудниками специально для вас. Если у вас все же остались вопросы и вы что-то не нашли в боте, то вы можете обратиться к нашим администраторам. Если вы владелец бизнеса, и вы хотели бы разместить информацию о ваших услугах, о ваших товарах, которые вы предоставляете, вы можете обратиться также к нашим администраторам и бесплатно разместить информацию в нашем боте. Желаю вам комфортной адаптации на нашем острове вместе с нашим ботом. Недвижимость на Северном Кипре в городах, где есть вузы, имеет большой арендный потенциал. Обычно арендная плата вносится студентами за год вперед, а значит, это надежный и стабильный источник дохода для инвесторов. Среди студентов популярны как студии, так и апартаменты с 2 или 3 спальнями для совместного проживания.
А теперь несколько слов о стоимости жизни на Северном Кипре для иностранных студентов. Стоимость жизни на Северном Кипре для иностранных студентов вполне приемлемая и даже ниже, чем в большинстве других стран. Например, жилье, как мы уже упоминали, доступно как в кампусе, так и по всему городу. По оценкам, средние расходы на проживание в месяц составляют от 400 до 600 долларов на человека. Как вы уже сказали, стоимость жизни здесь вполне приемлемая. Кроме того, у вас могут быть некоторые скидки, даже 100% скидки, гранты. Но все же некоторым студентам нужно работать. Законно ли работать и учиться в этой стране? Да, конечно же, они могут здесь работать и учиться. Они могут подрабатывать неполный рабочий день как внутри кампусов, так и за их пределами. У них есть разные варианты работы, и, например, внутри кампуса они даже могут быть помощниками. Они могут работать ассистентами, но, конечно же, все зависит от их оценок. Очень хорошо иметь возможность получить должность ассистента в университете. Но помимо должности ассистента, конечно, существует множество различных возможностей трудоустройства, при которых они могут одновременно учиться и работать неполный рабочий день. Дорогие зрители, агентство недвижимости Surkon Estate – это команда профессионалов, которые знают все о недвижимости и жизни на Северном Кипре. Напишите нам, о чем бы вы хотели узнать, и мы обязательно снимем видео по вашему вопросу. Вы знаете, что для тех родителей, которые отправляют своих детей учиться за границу, главным вопросом является безопасность. Что вы можете рассказать об этом? Да, это очень туристическое и дружелюбное место. Так что в целом Северный Кипр – безопасная страна, и здесь совершается мало насильственных преступлений. Так что они могут отправлять своих детей сюда, даже не задумываясь об этом. Мисс Эзра, большое спасибо, что пришли. Большое спасибо, что уделили нам время, мисс Фариза. Спасибо вам за вашу помощь. И, дорогие подписчики, если у вас все еще есть какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите, и мы поможем вам ответить на эти вопросы. Help you with these questions. Если вы хотите первыми узнавать о новых проектах на Северном Кипре, рекомендую подписаться на наш канал и нажать все уведомления на колокольчике. Вы были на канале «Живой Кипр Surkon Estate». Надеюсь, сегодняшнее видео было полезным для вас. До новых встреч! Спасибо вам, ребята, из компании.